Всем привет, с вами Манго. И сегодня вы увидите обзор на фанаток Фок. Ну, точнее, на Свиски. Они почти все Свиски. Ну, или же тролли. Итак, приступим к просмотру. Привет, мои дорогие поклонники и подписчики. Сегодня я хочу сказать, что Фокси только мой. И кто посмеет его обидеть или поставить дизлайк, написать какой-нибудь плохой комментарий или назвать меня тупой сюхой. Ты тупая сюха. То я вас убью. А если вот вы мне не верите, что мой парень это Фокси, то тогда вот вам доказательство. О боже мой, я, блин, даже не догадываюсь. Теперь вы мне верите. Я, блин, даже не знала, что Фокси. Еще меня любят Билл, Санс и Бенди. Но я их не люблю. Они, я слишком хороша да ладно. Для них. Вот. Меня все любят, потому что я очень круто рисую. Также я очень красивая. Да. Ты очень еще красивая, очень умная. Все тебя так любят и обожают. Очень, боже мой. Это так прекрасно. У меня очень крутая магия. Еще я хочу рассказать про очень-очень плохой канал. И тупой. Он называется Mangle and Blue. Что ты там сказала? Ты я не тупая. И Блу тоже не тупая. Она очень даже хорошо делает анимацию. А ты тупая шлюха. Убью. Кто не подписался на мой канал, тех я тоже убью. А кто подписался, тот большой молодец. Итак, всем пока. Любите меня. Мои глаза, боже мой! Итак, мало того, что это шлюха, я хотела сказать юха, ну ладно. Думает, то что она, блин, королева всей вселенной, так еще она оскорбляет канал Mangle and Blue, которая, блин, если делает обзор, то наоборот подходит к популярности. Ты, блин, не знаешь YouTube, ты не знаешь этот... Итак, следующая сьюха. Ненавижу их. Всем привет, на канале Санти, я нажимаю Санс, меня зовут Мия, Санти, это никнейм. У меня есть парень Санс, любовник Бенди, мой друг Фокси. И еще у меня же зовут Даша Любимирона Котик, это тоже меня уже достал. Еще, если вы тронете Санса, Бенди или Фокси, то вас ждет очень плохое время. Всем пока, до скорых встреч. Итак, что-то мне подсказывает, что это рисовка. Если вы знаете, то напишите в комментарии. Спасибо. Итак, этот эффект просто идеально подходит под мою реакцию. Это видео. Давайте же посмотрим на следующую сьюху. Просто, да, давайте, это так весело. У-ху! Стопа, приятель, это займет всего лишь несколько секунд. Подпишись на канал этой девочки. Ссылка будет в описании под этим видео. Она очень старается делать классные анимации. Подпишитесь на нее, пожалуйста. Она недостойна столько подписчиков, она достойна большего. Давайте добьем ей 250 подписчиков. Будет очень прикольно. И пишите в комментариях к ней под видео то, что вы от Фанги. Фанги. Правильно, Фанги. Пишите. Итак, приступим к моему видео. Всем привет, с вами Старли. И я хочу вам сказать, что Фокси мой парень. Да, он мой парень. И есть такие маленькие девчонки, которые шепчутся на себя с Фокси. А ты не такая? Он любит только меня. И если вы не верите, то есть доказательство.
Твою мать, что сколько? Просто грибочки нас осталось. Это доказательство. Ну, если это так, то я хочу вам сказать, что я люблю Стану, да. И еще она... Мы скоро с ней поговорим. Не надо, не женись на ней. Это нет, Фокси! И еще хватит шиперить меня с Манго. Она меня не любит, и я тоже ее не люблю. Она меня бросила. Она теперь с этим уродливым спринтрапом. Ну, а я теперь со Старлем. И я хочу сказать, что она клевая. Итак, кто сказал, что я бросила Фокси? И кто сказал, что спринтрап, то бишь, FG, уродливый? Нет, он самый няшный. Вы видели фанарты по FG? Вот боже мой, это такой милашка. О, боже мой. И да, без обид. Просто фан же шиперит нас с Фокси. А дальше я не стала досматривать, ибо там нефиг смотреть. Итак, всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. Удачи!